Я очень рад всех приветствовать на резонансе. Прекрасная компания у нас собралась. 5 столов, 5 будущих команд для резонирования. Есть ли сегодня те, кто на резонансе в первый раз? Прекрасно, почти половина. Это то, что называется предание. Традиция, когда люди ходят на резонанс из раза в раз, и всегда зал при этом пополняется новыми людьми. Разные энергетики в хорошем смысле слова объединяются, и это всегда очень здорово. Для тех, кто сегодня в первый раз на резонансе, я скажу пару слов о том, что это такое. Это не лекция. И это важный момент. Это намного интереснее, чем просто лекция. Хотя лекция тоже прекрасный, интересный жанр. Резонанс — это встреча, это клуб, который мы дерзновенно называем смысловой клуб. И цель общения здесь не просто слушать спикера, а делиться своим опытом. Слушать опыт другого и вместе резонировать на ту тему, которая сегодня у нас выбрана в качестве основной. Тема на экране, герои нашего времени, декларируемые и реальные. Кто они? Ну, давайте сразу наших спикеров представлю, хотя для постоянных участников резонанса они в представлении не нуждаются, но все-таки. Отец Федор Бородин, настоятель храма Космы и Дамиана на Моросейке, вот здесь прямо по соседству. Мы, можно сказать, сейчас вот на вотчине отца Федора находимся. Вот прямо вот. Вот. И нет, я говорю, что у вас храм недалеко, мы буквально вот в вашей вотчине. Отец Павел Великанов, сейчас я это выговорю. Ну, помимо того, что преподаватель Московской духовной академии и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Чертаново, правильно? На Городне. Но сейчас, внимание. Руководитель лаборатории аксиологических исследований при философского факультета Российского государственного гуманитарного университета. Правильно? Вот. Слово аксиологический я выговорил, да. Вот. Я это несколько раз выговаривал на радио «Вера», где вот уважаемые отцы часто нашими гостями бывают. Ну, меня зовут Константин Мацан, я журналист, автор и ведущий программы на радио «Вера». Так вот, резонанс. Да, спасибо. Отнесу эти аплодисменты насчет нашей прекрасной радиостанции 100.9 FM в Москве. Все, теперь я обязательную часть программы выполнила свое присутствие. Резонанс будет выглядеть так. Вначале наши уважаемые отцы-спикеры выступят с небольшой короткой репликой о теме нашего сегодняшнего смыслового клуба. Это будет такая проблематизация, обозначение той темы и того нерва, той проблемы, о которой мы сегодня хотим поговорить. Потом за каждый из столов, каждый из команд мы предложим некоторое такое задание, интересное на обсуждение, на размышление, на обсуждение за столами. Слово «задание» бояться не надо, оно несложное, оно такое пробуждающее мысль. И на вот это обсуждение этого задания, темы за столами, каждый стол у себя будет представлять команду и представляет уже так, как вот вы, собственно, и расселись, не знаю, стихийно, спонтанно, как угодно, ничего случайного не бывает, промыслительно вот так вы в команды уже организовались. На вот это обсуждение за столами мы обычно отводим полчаса. Это не слишком много, не слишком мало, достаточно, чтобы поговорить, потом будет 15-минутный перерыв. Практика показывает, что на перерыв никто не уходит, все продолжают обсуждать. Я с упорством, достойным лучшего применения, говорю: перерыв, пора идти, пить кофе, чай и так далее, меня не слушают. Вот. Потом я говорю: так, до конца перерыва остается 3 минуты. Тут все вскакивают, и в туалет выстраивается очередь. Ну, это будет сегодня точно так же. Так вот, после перерыва начнется третья часть, когда от каждой из команд мы попросим одного представителя, которого вы сами выберете от каждой из команд, взять в руки микрофон, вот я его дам в руки, и в течение там 2-3-4 минут
поделитесь со всеми окружающими результатами работы за столом. К какому выводу в обсуждении вы пришли? Вопросы все будут даны, о чем обсуждать тоже будет предложено. Будет некоторое задание, и вот итогом этого задания мы попросим поделиться. А наши дорогие спикеры услышанные прокомментируют либо каждого стола в отдельности, либо потом по итогам, когда выступят все. И вот это и будет таким самым уже высшим уровнем резонанса, когда все мнения всех услышат, а наши дорогие спикеры на это отзовутся. Вот так будет, собственно, наша работа сегодня строиться. Давайте начинать. Дорогие отцы, кто из вас первым берет слово? Вот отец Федор, пожалуйста. Да, добрый вечер. Фраза, которая сегодня взята в эпиграф нашего диалога, это один из самых ярких примеров того, что называется аграфа. В библеистике это слова Господа Иисуса Христа, которые не вошли в Евангелие. 20 глава книги Деяний, апостол Павел встречается в Милете с пресвитерами Эфеса. Он не заходит в Эфес, потому что знает, что он тогда не успеет вовремя выйти и прибыть в Иерусалим к Пасхе. И вот он говорит свою прощальную речь, которую завершает этими словами и общей молитвой. «И наш Учитель говорит, что блажение отдавать, чем принимать». Удивительно, что мы знаем, апостол Павел не присутствовал ни на одной проповеди Христа во время земного служения. Взял ли эту фразу от старших апостолов или Господь, когда ему являлся, он много раз являлся, учил его, сам передал ему эти слова, мы не знаем, но эти вот удивительные слова Христа, которые вообще вступают в противоречие со всем, что обычно практикуют люди в этом мире, потому что, я помню, пытался эту фразу обсуждать и с юношами нашего прихода, и один, занимающимся боксом, сказал, да, очень точно, блажение давать, чем получать. Вот, ну, как бы, да, это говорит про нас. Вот я говорю, ну, не совсем. И почему? Почему и вот как это встраивать нам, христианам, в жизнь, где все готовы ездить друг у друга на шее, человек, который отдает и терпит, называется терпилы, его презирают и им пользуются. А эти слова, они вечны и никуда деться не могут, и мы не хотим, чтобы они куда-то делись. Вот об этом сегодня разговор, и как это практически, вот как это реализовать? Спасибо. Спасибо, отец Федор. Друзья мои, это, конечно, был мой дерзновенный ход придумать такую тему, и, как сказал Костя, эта тема имеет прямое отношение к тем, чем мы занимаемся в РГГУ. И буквально в несколько часов тому назад у нас был семинар, тоже посвященный этим вопросам, с Натальей Ивановной Кузнецовой, совершенно потрясающим философом, главным, наверное, одним из крупнейших специалистов в области этики. Вот. И идея была очень простая, на самом деле. Посмотреть в такой некоторой отдаленности на то, кто и как нас чем наполняет. Потому что ценности, они появляются не из пустоты, не из воздуха. Я очень хорошо помню, как приезжал к своему брату, который учился в 80-х годах в медицинском институте замечательного города Алма-Ата, и с каким упоением я смотрел в глянцевых, идеально отпечатанных журналах Америка, Англия, тех самых героев того времени, которые в Советском Союзе были абсолютно недоступны и поэтому были безумно вкусны. Но ведь на самом деле не только в эти годы происходила такая аккуратная трансформация сознания в том или ином направлении ценностей. Есть очень интересное исследование, как бы мне его так сжать до минимума,
Попробую его. Конечно, его надо зачитывать. Это одна педагогическая книга по возрастной психологии, в которой рассказывается ситуация, в которой маленьких детей старшей группы детского сада пытаются помочь разобраться, почему они жадные. И вот в качестве основы, на которую можно было бы этим детям, так скажем, насадить правильную мысль, предлагается сказка про Буратино. И вот там вы знаете эпизод, когда Буратино и Карабас, они там делят. И вот в реальности мальчик оказывается в ситуации, когда он должен самоопределиться, кто он, Карабас или он Буратино. Ну, понятно, с течением какого-то времени большинство этих детей хотят поступать как Буратино, потому что они ощущают Буратино героем своего времени. Но обязательно всегда остается какой-то небольшой остаточек, который не меняет своего поведения. И вот дальше в этой книге приводится диалог экспериментатора с этим мальчиком. Ваня, ты почему решил все-таки не делиться своей машинкой? Ваня смотрит в пол, говорит: не знаю. Ну, ты же слышал сказку про Буратино и про Карабаса, Барабаса? Не помню. Ну, а вот как ты думаешь, вот ты поступил в этой ситуации как кто? Как Карабас-Барабас или как Буратино? Мальчик вскидывает свои глаза, говорит: как Буратино. И так смотрит пристально. Угу. Ну, хорошо. Идет дальше диалог. И в конце концов экспериментатор, понимая, что он в полном тупике, предлагает этому мальчику следующее. Говорит: давай я сейчас напишу на бумажке Карабас, букву К и букву Б. Ты же можешь их различить? Я эти бумажки переверну, я не буду видеть. Их перемешаю, чтобы я не видел. И просто подниму эти две бумажки и покажу тебе. И ты покажи все-таки, вот, с кем ты сам на самом деле вот в своем поступке себя отождествляешь. Экспериментатор поднимает две эти карточки. Он не видит, что на них написано. Мальчик показывает на карточку, где написано «Карабас», и начинает дико рыдать. Потому что вот ребенку играть в такую игру с взрослыми, типа плохого, можно. А вот самим собой играть, когда ты понимаешь, что тебя никто не видит, тебя никто не может тебя судить там, или что-то тебе сказать, уже все, детская психика уже не выносит. А к чему я это? Мы же ведь на самом деле с вами тоже находимся в таком пространстве, где перед нами вот эти карточки, они постоянно спускаются в ТикТоке, в, как называются эти короткие ролики, Reels, да, вот, кинематограф, сериалы, это же все тоже те или иные карточки, которые вот нам вбрасываются, а под этой карточкой стоит определенный наш, чаще всего, нравственный выбор. Нас к чему-то подталкивают. И вот чтобы совсем вам сделать плохо, и состояние плохо все-таки приятно двигаться в состояние лучше, я вам зачитаю небольшой отрывочек из классической монографии польской исследовательницы Марии Осовской, называется «Рыцарь и буржуа». Безумно интересная вещь, но библиографическая редкость уже. И вот она рассматривает, как трансформировался образ героя, начиная с античности и вот до последнего времени. И вот она приводит одну из интересных историй, которая записана Чосером в кентерберийских рассказах. На истории относится к XIV веку. Только, пожалуйста, не пугайтесь, не думайте, что я сошел с ума, хорошо? Некий дворянин рассказывает в новелле о даме, которая в отсутствие любимого мужа
обещала ответить на страсть влюбленного в нее пажа, ответить на страсть влюбленного в нее пажа, если тот очистит побережье Британии от подводных скал. Обещая это, она была уверена в неисполнимости подобной задачи. Между тем, ее поклонник при помощи чародея совершил требуемое, и дама очутилась перед необходимостью выполнить обещание. Необходимость эту признал и возвратившийся домой муж, хотя, по его словам, предпочел бы пасть с сердцем, пробитым в бою. И это еще не конец истории. Паж, тронутый громадностью жертвы, решил от вожделения своего отречься, чтобы рыцарский закон поступком подлым не был оскорблен, и освободил предмет своей любви от исполнения обещания, хотя услуги чародея обошлись ему в 1000 фунтов золотом. Но при таком всеобщем великодушии и чародей оказался на высоте. Он отказался от платы, узнав, что паж разорился напрасно. «Кто из них, по-вашему, великодушнее?» – спрашивает автор. «Муж, который послал любимую жену к ее поклоннику, чтобы не обесчестить ее неисполнением данного слова. Или влюбленный паж, который отказался от своих прав. Или же, наконец, тот, владевший тайнами магии философ, который не согласился принять плату за свой труд». Друзья мои, но дело-то вот в чем. Что это такое? Это же нарратив, который вкладывается в народное сознание, а на самом деле там о чем ведь идет речь? Используя наш молодежный язык, ценность чего эта вся история прокачивает в первую очередь? Ценность того, если ты дал слово, сдохни, но его исполни. И если ты пойдешь таким путем, все остальное выстроится. Вы можете мне хоть один сегодня предложить фильм, который будет, пусть даже еще в более ироничном, так скажем, варианте, изводе, прокачивать эту ценность? Я, например, не знаю. И вот сейчас мы с вами перейдем к заданию. Я озвучу сразу задание, да, Костя? Вот задание вам будет такое. В каждой группе надо обсудить образ героя нашего времени, который активно продвигался разными средствами в определенный период. Задание будет одинаковое, а вот периоды у каждого из вас будут разные. Желательно привести образы в литературе, изобразительном искусстве, включая скульптуру, наглядную агитацию и так далее. Музыке, кинематографе, поговорках. То есть все то, что составляет ткань нашей культурной жизни. Второе. Обсудите сильные и слабые стороны этого героя, а также, главное, насколько он близок или далек от христианского понимания, каким призван быть человек. Что-то как-то вы так сразу загрузились, да. А дальше у нас идет разбивка по периодам. Они очень условны, конечно, эти периоды. Я думаю, если вы чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда залезете, это не страшно. Вот здесь последний надо листочек. Сейчас я учу. А можно вот это обвести? Вот ручка. То есть задание как? Немножко так понятно, да? Так, да? То есть вам надо нарисовать образ героя. Вот что собой представлял некий идеал, некий ориентир, на который нас
ну или не обязательно нас, наших родителей, наших прадедов, бабушек, дедушек, настраивала та среда, в которой они находились. Понятно, что героев, конечно, будет несколько. Но возьмите хотя бы одного наиболее яркого, такого сочного, вот чтобы вы в своей группе согласились с тем, что да, этот герой, он был таким прям, ну, лейтмотивом, можно так сказать даже, определенного периода времени. И после этого, когда вы согласитесь с тем, что да, мы вот выбираем именно его, посмотрите на него с точки зрения Евангелия. Вот он кто? Он антихрист. Он недохристианин, он христианин до Христа, как Сократ. Или он вообще какой-то непонятно что. Вот с точки зрения евангельской логики, вот можем ли мы оценить этот идеал, которому призваны были следовать очень многие? Вот как-то так. Дорогие друзья, несколько организационных моментов. Я сейчас раздам вот эти листочки. Наши дорогие отцы, отец Павел, отец Федор, во время вашей работы за столами далеко не уходят. Они будут к вам подходить, можно будет задать вопрос, что-то уточнить, посоветоваться и так далее. Учитывая то, что вопрос связан с погружением в какую-то историческую эпоху, не очень далекую, но тем не менее, Гуглом пользоваться можно. И последний организационный момент. У нас 6, я вижу, да, команд получилось. Листочков тоже 6. Обычно я вот предлагаю тянуть листочек вот так вот наугад, как жребий, но неумолимая арифметика подсказывает, что 6-му столу будет не из чего выбирать. Потому что останется, то останется. Вот какой из столов будет самым смиренным и возьмет на себя такую миссию быть последним и не выбирать его, что достанется, то достанется? Шестой. Ну что ж, это прекрасно. Это... Итак, дорогие друзья, я прошу внимания. Знаете, как в школе. Все, отложили листочки. Больше не пишем контрольную работу. Все. Кто что написал, тот то и получит. Ну что, дорогие друзья, мы начинаем третью часть, главную резонирующую. Я напоминаю, что сейчас вот от каждого стола я дам микрофон человеку в руки и в режиме небольшой реплики, небольшой, но содержательный, там 2-3-4 минуты, сколько нужно, чтобы это была законченная мысль, законченное выступление. Вот на тот вопрос, который в листочке содержался, то есть что за герой и как он соотносится с христианским мировоззрением, вот этот ответ мы услышим. Дорогие отцы, наверное, как мы поступим? Может быть, каждого по очереди вы как-то отзоветесь? Или потом все вместе? Как пойдет, да. Положимся на Божий промысел. Начинаем со стола номер 1. Наверное. Или как? Или хронологически пойдем? Исторически? Хронологически. Так, у кого конец 19 века? Вот, стол номер 3. Как говорится, последние станут на свое место. Сложно досталась нам эпоха, такая очень бурная, и много с многими течениями. И поэтому мы очень долго спорили, кого же из героев выбрать, на кого обратить внимание, но потом в результате жестких диспутов и баталий мы все-таки пришли к тому, что главная характеристика эпохи — это, наверное, вера человека в свои силы. Да, мы вспоминали, начнем мы с героев романа Жюль Верна, то есть люди, которые самодостаточные, да, которые могут выйти из непростых ситуаций благодаря своему упорству. И здесь тоже констатация того, что чем больше человек верил в свои силы, тем меньше он вспоминал о Боге. Да? Мы все знаем, что у Жюль Верна уже Бога заменил капитан Немо.
И, конечно же, такая интересная, захватывающая литература, она читалась и в России. Уже в конце века романы Жюль Верна печатаются в России, и общая обстановка подхватывается, да, вера человека в свои силы, без Бога. И здесь мы вспоминаем фигуру Толстого, который его персонажа Левина, да, который поехал, со всех точек зрения был высоконравственный, положительный человек, но, к сожалению, человек неверующий, да, который верил в свою идею, что прогресс может изменить человека. Наверное, одним из таких... Это литературный герой, но мы вспоминали здесь и Марию Тенишеву, мецената, дворянку, которая много сделала для просвещения. Мы взглянули в Google и увидели там, что ее называли героиней своего времени, женщина просвещенная, поддерживающая художников, меценат. Она уезжает в Смоленск, она очень много делает для крестьян, создает школу, ремесленные мастерские. Но, к сожалению, судьба ее печальна, потому что в годы революции, да, те крестьяне, которым она, с ее точки зрения, давала все самое лучшее, в общем-то, они разнесли всю ее усадьбу, да, подожгли, и даже досталось покойному мужу. И вот нам кажется, что с утверждением человека, да, и мы вспоминаем, что это конец 19-го, начало 20 века, это время меценатства, это время купечества, которые, то есть людей, которые как бы сделали сами себя, да, как бы мы сейчас сказали, люди самодостаточные, да, handmade, как забыла слово, но неважно, да. Человек, который сделал сам себя, и вера в свои собственные силы, да, вот опять я уже начинаю по кругу говорить, вера в свои собственные силы, да, она выхолащивает вот образ Бога. А чем это хорошо? Ну, тем, что человек свои силы пробует, да, достаточно свободно, открыто идет, не боится. Мы знаем народовольцев, которые пошли в деревни, да, которые пытаются изменить мир в лучшую сторону. А с другой стороны, это противоречит, мне кажется, евангельской истине, да, что о воле человека, о том, что когда Христос пришел на землю, да, то он-то как раз тростинки не переломил. То есть он никому не насаждал свое учение. Он просто ходил и говорил. И вот опять подытожив, да, что все-таки герой того времени, да, он позволил, наверное, человечеству почувствовать свои ноги, но с другой стороны, он лишился очень хорошей опоры. И дальше, как показывает 20 век, да, вот эта вера в идею, что человек может сделать счастливым человека, она полностью провалилась. Поэтому мы бы сказали, что, резюмирую, конец 19-20 века, да, это вера в то, что человек может изменить человека ради некой идеи. Но без Бога ничего не получится. Вот как-то так. Все я сказала. А еще, когда мы обсуждали, мы поняли, что сейчас время очень сильно похоже на конец 19-го, начало 20 века. Да? Когда героями те, кто сам себя делает, кто сам себя позиционирует, но без Бога. Так, движемся дальше. Следующий период. Да? Революция, и 20-е, и 30-е, 40-е годы. Костя, если позволите, буквально, сразу, да? Буквально пару слов хотелось сказать вот по
Чем мне всегда нравится наш резонанс? То, что об вас иногда хочется очень о чем-то задуматься. И вот я задумался над тем, что о двух вещах вы заставили меня задуматься. Первое, то, что вот эта вера в человека, провалившаяся, она выбила пробку из религиозной жизни. И пошел определенный ток веры. Вот это, наверное, плюс. То, что хотим мы этого или не хотим, но мы не знаем, что произошло бы с церковью, с верой, вообще с христианством на Руси и не только, если бы вот всего этого не произошло. А второе, наверное, здесь очень важно понимать своего рода замороченность механистичностью того времени. Вот эта идея, что наука, естественное, точнее, развитие наук, прогресса, технологий позволит нам найти ключики ко всему, в том числе и к человеческому счастью. Оно откуда родилось? Оно родилось от того, что органическая жизнь оказалась в каком-то забвении. А почему, опять-таки, это произошло? Потому что мужиков вытеснили из деревень. Оскудело в деревнях. Мужская сила. Там большей частью оставались женщины, потому что мужчины уходили в города на заработки, и все пошло, понеслось, поехало. И вот это тоже очень какой-то, мне кажется, хороший задел для нашей мысли, что если мы хотим найти какую-то антитезу нашей нынешней гипермеханистичности во всем, то надо понять, каким образом вернуть человека к земле. Потому что когда человек вот он взаимодействует не с техникой, не с компьютером, а взаимодействует с живыми растениями, с живой землей, с живыми животными, с курями, поросями, баранами и всем прочим, то он хочет, не хочет, он должен понимать, как это все гармонизируется естественным образом. Это все можно превратить, конечно, в производство, но это будет та же самая технология. А вот когда, знаете, мой любимый сумасшедший абсолютно агроном приходит кому-нибудь в сад обрезать деревья, делает земной поклон и с улыбкой до ушей говорит: «Здравствуй, сад!» Ты понимаешь, что у него будет расти все. Вот. Так что спасибо за вашу реакцию. Спасибо. Движемся дальше в тревожные 20-е, чтобы это не значило. Да, у нас революции 20-е, 30-е, 40-е годы, и мы сразу определились, что мы будем рассматривать фигуру Владимира Ильича Ленина как самого яркого представителя этой эпохи, героя того времени, который активно продвигался. То есть мы, конечно, сразу же вспомнили скульптуры. Это памятники знаменитые, верной дорогой идете, товарищи. Ну, у нас в городе стоял прямо напротив храма, поэтому у нас, мы все говорили: «Все в храм, все в храм». Вот, значит, ну, значит, в картинах это, конечно же, самая знаменитая Ленина «Субботники» с бревнышком. А в песнях это там, значит, уже миллионы песен. Ну, самая известная, а Ленин такой молодой, и юность, и юный октябрь впереди. Вот почему он стал образом героя, почему он на него как бы навесили, натянули, можно сказать, образ героя, как нам показалось, это по инерции все равно люди жили в православной стране. И нужно было эти ценности тоже на ком-то изобразить. И вот нашли образ Владимира Ильича, значит, у которого, как вот мы здесь понимаем, было немало сильных сторон. Это был волевой человек, это был человек, который мало спал, который, ухватившись за идею, написал столько книг. Он там был, ну, там он был прекрасным сыном, прекрасная вот эта детская литература. Я сама выросла на книгах, которые вот рассказывали, как они делали подарки своей маме, как они любили свою маму. Потом его супруга была его соратником, которая помогала ему в его идее. Ну, то есть образ семьи. Ну, все нравственные добродетели, которые были, они все на нем очень хорошо почему-то прямо вот вписались. Прилепили, да, их искусственно прилепили к нему. Далее, но когда мы, значит, уже сейчас рассматриваем этот образ, да, ну, когда мы уже больше знаем, потому что это уже было, эти были все данные скрыты от нас, мы не знали об этом, но
Что еще, мне кажется, он сыграл, да, на чем он сыграл? Он сразу же сказал, что надо захватить мосты, телеграф, телефон, средства массовой информации, да, то есть то, через что пошла пропаганда. Это было сделано. Вот эта искра, из которой возгорелось пламя, и его образ через средства массовой информации вот так продвигался. А что в реальности были, мы не знали. И, я думаю, что и современники не знали. Большинство современников не знало. Дальше. А он дал популистские лозунги. То есть он пошел на дешевый популизм. Там, земля крестьянам, власть народам, женщинам свободу, там, разрешили аборты. То есть дал всем все, что он хотел. То есть, таким образом, вот, когда к нам отец Павел подошел, вот он сказал, что он просто снял табу с греха. Он разрешил. Он сказал, что да, нравственные основы все как бы. Как-то у них странно это все сочеталось. И нравственные основы, что и любовь к маме, и жена как соратник, и прекрасная семья, да, преподносилась, да. И в то же время все можно, там женщины общие, аборты разрешаем, землю крестьянам даем. То есть всем, кому что надо, было все дал. Вот, вот это, я думаю, этот популизм сыграла роль, вот то, что вот они вот этот грех разрешили людям. А, можно грешить. Люди подумали, а правда, что там грешного-то в этом во всем? Вот. И этот образ, он очень прочно во всех умах на протяжении вот этих 20-х, 30-х, вплоть до 40-х годов, и даже впоследствии до 90-х годов, пока уже люди не узнали правду, он существовал. Но если мы сейчас его посмотрим с точки зрения Евангелия, через призму Евангелия, всем сразу становится понятно, что это образ Антихриста. Вот. Если его разобрать. Да, сейчас. Когда мы разобрали сейчас. Но он в нас живет, в нашем поколении конкретно, в учебнике все. Мы на них выросли, в школе изучали положительно этот образ. Если не индивидуально не хотеть покопаться и не докопаться до какого-то, вот отец Федор нам некоторые вещи рассказал, которых мы, допустим, не знали про Владимира Ильича, то, опять же, очень сложно как-то... Да, очень сложно, потому что... Со всех сторон преподносился только в положительном свете. Да, если сейчас нам же часто говорят, что Антихрист не придет в своей безобразной личине. Он придет в той личине, которую всем будет хотеться принять. Так же это произойдет. То есть это как бы нам показали уже. Один раз такое было. Мы уже можем посмотреть и свериться, может быть, чтобы не ошибиться. Спасибо вам. Спасибо. Следующий этап у нас 50-е, 60-е. Правильно? Есть 30-е, 40-е, потому что, по-моему, мы просто объединили их в один. Значит, 50-е, 60-е. Сейчас у нас будет оттепельный стол. Да, но мы, да, у нас четвертый стол, 50-е, 60-е годы. Мы достаточно быстро выбрали нашего героя, практически без дискуссии. Это Юрий Алексеевич Гагарин. Да, среди... таких сильных сторон. Ну, во-первых, тут следует сказать, что он, его можно охарактеризовать как и реального героя, и декларируемого. Декларируемый, поскольку он все-таки так активно продвигался пропагандой того времени и более поздней эпохи. А реальный, ну, это человек действительно герой, который совершил такой поступок незаурядный. Среди сильные и слабые стороны, ну, я скажу скорее про сильные стороны, но это такой действительно и создавался образ, и я думаю, личность Гагарина соответствовала этому образу. Это человек такой целеустремленный, готовый
на самопожертвование, смелый, такой вызывающий симпатию людей, но в то же время обладающий таким достаточно ровным характером, может быть, скромностью, не превозносящийся каким-то вот своей популярностью. Да, и все-таки да, здесь надо разделять его, ну, как такую реальную личность, может быть, мы о ней достаточно мало знаем, и личность, которая медийная. И если говорить все-таки о таких слабых сторонах, применительно к христианскому пониманию, мы тут выделили, наверное, только одно качество, ну не качество, один момент, это то, что он преподносился как такой образ человека, ну, который может построить что-то без Бога. Некое противопоставление. Ну, это вот такая вот характеристика той эпохи. И вот эти смыслы вкладывались в его образ. Но если говорить о его таких христианских качествах, ну, это упоминалось такая скромность, ровность, отсутствие превозношения. И несколько таких моментов, связанных эпизодов, которые вот упоминаются о нем, что он несколько раз выступал за возрождение храма Христа Спасителя, правда, как памятника войне 1812 года. Ну, хотя в то время это было действительно таким смелым поступком. И второй момент – это призыв беречь землю, ну, который соответствует с таким, с христианским пониманием заботы о творении Божьем. Наверное, все. Следующий период 70-е, 80-е. У кого вот, давайте. Да, добрый вечер. Всем еще раз огромное спасибо за потрясающую тему и период. Мы просто мгновенно загорелись все и практически сразу выбрали героя. Это Владимир Высоцкий. И мне кажется, о многом говорит и то, с какой легкостью мы все, несмотря на возраст, подключились к этой теме. И с другой стороны, вот даже когда батюшки к нам подходили, насколько просветлились глаза и отца Павла, и отца Федора, когда было сказано «Владимир Высоцкий». И здесь вот очень здорово соседний стол сразу разделил, когда говорил про Юрия Гагарина, герой, который сам и декларируемый. Вот Владимир Высоцкий скорее вопреки тому, как всем препонам, которые были со стороны там власти к продвижению его образа сам. И причем вот тут везде и кино, и театр, и литература, и музыка, везде этот его образ прошел через все эти сферы. И понятно, что мы там размышляли про разных артистов, но с такой полнотой, как Владимир Высоцкий, никто не вошел в культуру того времени. И вот сейчас уже, когда мы, подытоживая все наши размышления, пытались еще как-то продолжали соотносить это с евангельскими смыслами, вот правильно девочки сказали, блажение алчущие правды, и вот эта жажда правды, конечно, наверное, самое главное, что было в творчестве Высоцкого, и в первую очередь в его песенном творчестве, и вот эта честность и искренность, которая была противопоставлена той лжи и тому лицемерию, которое уже во многом наполняло уже к 80-м годам, просто уже это была критическая масса. Если там в 60-е годы еще можно было говорить о какой-то вере во что-то, то в 70-е годы людям, думающим совсем уж тяжко,
приходилось, и надо сказать, что вообще сам поиск смысла, какого-то смысла, который над человеком, который был в песне, в творчестве Высоцкого, это уже было подвигом в то время, потому что не принято было об этом думать, не принято было задумываться о смерти и о каких-то философских, экзистенциальных проблемах, как мы бы сейчас сказали. И те идеалы, которые как бы мы можем извлечь из текстов песен Владимира Высоцкого, конечно, это дружба. Конечно, это человек, на которого можно положиться и в горах, и если вдруг оказался и не друг, и не враг, а так. А все эти песни, вот даже очень интересно предложили девочке, что образ горы, он же очень важен и для Священного Писания, что он в горах Бог всегда оказывается ближе, и это мы можем, и как лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал. И верность какой-то своей идее и своему делу, все это было у Высоцкого. Естественно, мы размышляли о нем не только через его песни, но и через персонажей, которых он исполнял. Там, например, можно вспомнить или фильм «Робин Гуд», к которому были написаны песни Высоцкого, и та же «Баллада о любви». Робин Гуд тоже же такой персонаж, очень интересный в смысле поиска справедливости. Но тут тоже вопрос, насколько он соотносится с христианством. Так же, как, конечно, главный герой, который стал героем эпохи, это Гамлет Высоцкого. И это же, ну, это вообще уникальный, над Гамлетом человечество рефлексирует всю его вообще историю существования этой пьесы. И вот в исполнении Высоцкого он становится именно героем, носителем абсолютной истины, правды. И неспроста же он читал Пастернака «Гузатих, я вышел на подмостки», где образ Гамлета, актера, практически приравнивается к образу Христа. Хотя к такому знаку равенства очень много вопросов, но вот это было. И еще вот мы нашли в одной статье, где образ Высоцкого сравнивается с образом Мити Карамазова, Достоевского. Вот что-то в нем действительно такое, вот эта широта, о которой Достоевский говорил, что широк человек, надо бы немного сузить. Вот это точно у него было. И что интересно, у любимого он играл Свидригайлова, тоже такой персонаж максимально непростой с точки зрения духовности. Он пишет вообще обо всем. Вот это тоже какое-то, мне кажется, свойство, которое в идеале должно быть у христианина, умение войти в разные... С одной стороны, это актерское, видимо, у него было, с другой стороны, это какая-то любовь к человеку. Когда он писал о войне, всем казалось, что он воевал. Когда он писал о спорте, всем казалось, что он спортсмен. И, конечно, то, как он пишет о смерти. Ну, мы растерялись в цитатах, хочется бесконечно цитировать, и он не вернулся из боя, вдруг «Оставь покурить», а в ответ тишина, он не вернулся из боя. И вот эта песня особо, и «Кони привередливые», вот отец Федор нам говорил о том, какая это страшная песня, и вот эта песня «Как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть», но это, мне кажется, просто быть или не быть, какие сны приснятся в страшном сне, просто в интерпретации Высоцкого. И если говорить о каких-то уже расхождениях с христианскими смыслами, то, конечно, вот этот вот весь груз гамлетовских вопросов без Бога и без церкви понести невозможно. И поэтому все то, что мы знаем там, о личной жизни Высоцкого и то, что связано там, с веществами, изменяющими сознание, просто снести это было невозможно. И потом сам коллектив театра на Таганке, он был очень сложный, их называли такой бандитской шайкой, которая их, какими их любимов и воспитала, это тоже, вот, видимо, было просто следствие вот этого бунтарского духа и тех вопросов, о которых они думали, и в частности Гамлет. Ну и испытание славы, которое одно из самых страшных искушений, которое может встретиться на пути человека, тут тоже не нам судить, насколько Владимир Семенович с этим справлялся, но об этом можно размышлять, потому что там, опять же, по воспоминаниям друзей мы, с одной стороны, знаем о нем очень много хорошего, с другой стороны, знаем, что там он и многое себе позволял, потому что он знал, кто он есть в том же там, коллективе театра на Таганке. Но вот мы еще думали о том, что вот эти все вещи, о которых мы говорим, они такие глубинные. А вот если говорить о том, что люди видели в нем, наверное, все-таки именно свет, именно надежду,
именно правду, и там, опять же, если сравнивать с какими-то персонажами, которые рядом с ним идут, там, например, Олег Даль, его герой, но это вот было все-таки в какую-то такую тьму человеческой души погружение, мне кажется, в большей степени. А Высоцкий все-таки это был какой-то очень яркий, ясный и гармоничный образ, и, конечно, в разговор о нем, как о герое нашего времени, возможно, не включить похороны. То, сколько людей пришлось с ним прощаться, это тоже... удивительно. Ну и в самом конце фраза, с которой мы начали, «блажение отдавать, нежели принимать». Ну, со второй частью этого предложения там есть вопросы, насколько как бы о бескорыстности и та же тема с разговором о славе. Но уж сколько он отдал людям и вообще всего себя, тут, наверное, вопросов не возникает. Вот, спасибо, мы очень вдохновились. Спасибо. Так. 90-е. У кого 90-е? Кому выпало? Кому выпали лихие 90-е? Уважаемые друзья, здравствуйте. Нашему шестому столу попались как раз 90-е и нулевые. Вот. С одной стороны, это было вроде бы как очень просто, потому что это наша жизнь, наша молодость. Да? С другой стороны, это сложно было, потому что это и страшно, это и значит, какой-то шок нами пережитый тоже, и острые чувства. Вот. Наверное, при обсуждении мы выбрали двух героев. Это Данила Багров из «Бригады», которого из «Брата», прошу прощения, и герой Безрукова из «Бригады». Вот. Хочется отметить, что вот у нас тема «Декларируемые герои». Вот 90-е годы, по нашему мнению, шестого стола, не было декларируемых героев. Вот так вот. За кем хотелось бы стремиться. И больше всего нам отозвался, конечно, это Данила Багров. Да, герой в неадеквате, не чувствующий реальности, стукнутый, как вот отец Павел нам правильно сказал. Тоже вот такой вот брошенный герой. Еще бы хотелось отметить, в то же время вышла книга Виктора Николаева «Живы и в помощи» про героев-афганцев. И он там, она с многих христианских точек зрения написана, много подвигов он там говорит. Можно оттуда взять того же Николая Майданова, который значит, и... Герой России, герой Советского Союза был. Но вот как-то она при всем том, ну, только, наверное, может быть, в профессиональной среде и близкой к автору отозвалась, но почти незаметно прошла она тогда. Хотя, ну, на мой личный взгляд, очень жаль. И продолжаем говорить о Даниле Багрове. Его сильное чувство – это, конечно, острое чувство справедливости, бесстрашие, честность, ценит дружбу, ценит семью своего брата, скромность. А слабые стороны – это жестокость, готов переступить черту, переступить закон. Тоже он ростки национализма тогда показывал. С христианской точки зрения, вот… что отозвалось, да, это что он готов отдать жизнь за други своя. Пришла аналогия с Иовом многострадальным, с его мытарствами в первом и втором брате, да. И вот, может быть, там стол не поддержит, мне это, он как мытарь отозвался, евангельский. При этом, если брать героя Безрукова, то, наверное, он хоть тоже такой же брошенный, да, тоже, значит, бунтарь, но, наверное, он был даже больше Понтий Пилат.
как-то вот однозначно вывода сказать не могу. Вот пришли к такой точке зрения. Спасибо за внимание. Спасибо. Стол номер 5. Добрый вечер. Нам достались нынешние годы, и мы решили действовать дерзко. Наше общество стоит на трех китах, мы решили. Значит, один из китов — это так называемые декларируемые герои. Это медиагерой. Мы выбрали лицом этого кита шамана. Зовут его Ярослав Дронов. В чем его положительные черты? Он молодой, он патриот, и он несет в свет традиционные ценности. Слабые его стороны в том, что он декларируемый герой. Помимо этого, мы посчитали слабой его стороной то, что он нейтрален относительно религии, и это, опять-таки, вот, наверное, связано с его определенной политичностью. У нас в Конституции прописано светское государство, и он ей справедливо следует. Вторым китом нашего современного общества мы назвали блогеров. Чтобы выбрать кого-то конкретно, у нас не получилось. Мы решили, что и вот обратили внимание на то, что в каждой эпохе выбрали какого-то одного конкретного человека. У нас этого не получается, что действительно вот мы так записали имя им легион. Их очень много, лица у них. Их очень много, лица у них нет, и, в общем-то, и ответственности, как им кажется, тоже. Сильные их стороны, несмотря, может быть, на что дальше, на то, что дальше я буду рассказывать, они все-таки те люди, которые сами себя сделали, несмотря, может быть, на юный возраст, они сами самостоятельно зарабатывают деньги. Вот. Но при этом они, как правило, и, может быть, это традиционно для всех времен, аполитичные, нецензурные, нетрадиционные, и можно не, то есть в основном они протестные, и это привлекает больше, чем что-то традиционное, как правило. Культ потребления они прославляют и вседозволенности. При этом, так как они молоды, и мы записали это в плюс, молоды, самостоятельные, мы это же записываем и в минус, потому что так как они молоды, они еще не имеют какой-то определенной основы, но при этом имеют популярность и власть над умами. И третьим китом, может быть, даже китенком, мы назовем медиа, персон, которые все-таки говорят или, может быть, не говорят, но занимаются благотворительностью, добром каким-то, значит, делают это не на показ, как правило. Здесь у нас Хабенский, Глинка, Фидермессер, вот, многие другие. Особенность этих, ну, положительные стороны понятно, да, мы говорим о том, что это какая-то благотворительность, это жертвенность, это, да, это как раз то, что они как раз к теме сегодняшнего вечера вложения отдавать, чем принимать, но при этом многие из них не, скорее говорят о добре и любви, чем о Боге. Они многие, как слово забыл, многие волонтеры, они делают добро, чтобы было, победило добро, они не говорят о Боге, они многие из них неверующие, и здесь это их, мы записываем это в их, скажем, слабую сторону. Вот, но и они делают это не публично, потому что они не хотят быть героями. И вот это их положительная сторона. Наверное, это все. Спасибо. Спасибо, дорогие отцы. Ну, ваш черед. Да, если можно, отец Федор, я тогда немножко подытожу. Вы знаете, я так для себя немножко конспектировал, и у меня получилось вот что. Я попробовал из каждого из ваших выступлений сделать предельно короткую выжимку,
и назвать ее буквально одним словом – ценность. В чем заключалась ценность? Из того, что я услышал, и в целом, наверное, я с этим соглашусь. Но вот если говорить о 19-м, начале 20 века, это ценность движения как такового. Что когда что-то двигается, это уже хорошо. Вот. 20-е – ценность освобождения. Я сразу вспомнил здесь изодинамические упражнения. Вы знаете, когда, чтобы что-то сильно расслабить, растянуть, надо это сначала очень сильно напрячь. Просто растянуть не получится. А вот эта изодинамика, она заключается в напряжении, в последующем сильном расслаблении. Вот результатом предшествующего напряжения стало это условное сверхрасслабление, и оно само по себе стало ценностью. Я еще написал у себя хтонический выхлоп через Ленина такой вот произошел. Да? А 50-е – ценность преодоления. А вот культура аскетизма советского, когда все находятся в пространстве безоговорочного, тотального поста во всем, начиная в том, где живут, как живут, что едят и так далее. Тот самый анекдот про бабушку, которая ела великим постом докторскую колбасу, а батюшка говорит, ты не грешница, а мученица. Это все на самом деле об одном и том же. Да, это советская аскеза, да, это ценность преодоления, да, это ценность вот как-то суметь через это все переступить. 70-е с Высоцким я написал так, ценность удержаться в человечности, несмотря на жернова системы. Вот все со всех сторон выталкивает в то, чтобы ты стал придатком, каким-то винтиком в системе, а ты вот уперся локтями и говоришь, нет, а я вот не буду, я вам всю резьбу сорву. Вы меня вытачиваете как винтик, а я вот сделаю так, что я сорву вам резьбу, она будет неправильная резьба. И вот я еще себя отметил, хотя вы об этом не говорили, но мне показалось будет уместным. Мне кажется, именно в 70-е вот этот тотальный бунт, тотальное какое-то недовольство, скрытое, глубинное, оно похоже на дрожание, на глубинный гул земли, который я назвал как предвкушение божественного. Что в это время начинает формироваться тот самый запрос на божественное, который раскроется уже после, в конце 80-х, начале 90-х, да не только в конце, а уже в 80-е уже пошел этот процесс активного брожения, выбраживания всего. Вот, что вот это предвкушение божественного было заложено именно там. И как интересно, смотрите, оно напрямую было завязано с желанием удержать человечность, желанием не раствориться в идеологии. Вот эта вся культура советского юмора, высмеивание самих себя, своего места в обществе, всего псевдорелигиозных культов. Это же все на самом деле расчищало почву к последующим возрождениям. 90-е... Павел, вы помните по поводу юмора у Жванецкого такая есть фраза? «Наш русский юмор самый лучший, увы». Точно, да. Вот. 90-е я написал «Ценность самобытности». И дальше, наверное, продолжил так, что мы сломанные, но не сломленные. Нас вот переломали, нас всего лишили, а мы все равно будем быть. Пусть даже кривые косые, а мы все равно сами по себе. Мы не хотим растворяться, мы не хотим становиться придатком кому-то или чему-то. Мы все равно выживем. И вот, наверное, как раз глубинный какой-то пафос всех этих бандитских или полубандитских образований, это же тоже своя культура, это тоже своя среда, это тоже какое-то свое абсолютно уникальное пространство со своим кодексом чести, отличным и от государственного, и от западного, и от любого. И все-таки вот действительно он есть. Да, 20-е, ну, я назвал так... 20-е, да, кстати говоря, даже не понял, чего тут. Точнее, я не смог. Это нынешние времена, да, не знаю. Мне очень понравилось блогеры «Имя им Легион», но вот на какую вы меня мысль натолкнули. Ведь фактически в 20-е годы происходит повтор
отчасти того, что происходило 100 лет тому назад. Ведь этот блогинг, он фактически также снимает запреты и делает неправильное нормальным. Это тоже вот то самое окно Овертона. Если ребенок увидел что-то, о чем на голубом глазу вещает блогер с миллионами подписчиков, то это очень серьезная ценностная интервенция. Если мама ему говорит, ты вообще что делаешь, ты в своем уме? Он говорит, мама, там 10 миллионов подписчиков, ты не конкурентоспособна. Если там это можно, и это вот все слышат и видят, то извини. Фактически блогер выступает как новые ленинцы. В таком, в плохом, в худшем смысле этого слова, потому что они снимают тормоза. Они не дают, не вносят тех ценностных ориентиров, которые, ну, в общем-то, могли бы и вносить. Я тут в завершение вспомнил про, когда вы заговорили про благотворителей, тоже это очень важно, что вы про это упомянули. Не так давно был юбилей, 60 лет, со дня рождения уже покойного Михаила Абрамова, основателя музея русской иконы, человека, которого я лично знал, ну, не очень близко, но знал. А вот живой пример, когда распоряжавшийся огромными средствами человек сделал так, причем начал делать с самого начала это все так, чтобы после его смерти все это продолжало функционировать и функционировать бесплатно. То есть человек создал себе реальный памятник, живой и действующий. То есть он деньги вложил не в корабли, не в яхты, не в какие-то там поместья. Ему было интересно скупать иногда за бешеные деньги на западных аукционах иконы, реставрировать его. Его несколько раз арестовывали на границе, когда он, купив за свои деньги украденное из музея там, икону Троицы, его арестовали на границе, как человека, который пытается, я не помню, какие-то обвинения ему там предъявляли, ввоз контрабандных товаров и так далее. То есть человек превратил это в служение и потом трагически погиб. Вот 3 или 4 года тому назад. Но оставил после себя памятник. Вот для меня это один из, ну, вот, героев нашего времени. То есть человек, который не раздал там по 3 копейки, всем бедным, от чего они даже не почувствовали бы этих денег. А вот сделал некое дело, создал прекрасный коллектив, сделал великолепный музей по последнему слову техники, наполнил его, влюбил сотрудников в это дело, научил их проводить нормальные экскурсии. Они такие, ну что вы пришли опять, как вы меня сюда достали, ну я вам ладно расскажу. Вот. И мне кажется, такие вот какие-то светлячки в нашем обществе, они тоже есть. И, наверное, очень важно, чтобы мы с вами их замечали, делились ими, нашим детям рассказывали, друзьям рассказывали. Как-то, знаете, вот недавно ко мне обратился один человек из русской школы экономики, что-то такое, я даже не знаю, что это заведение, с таким вопросом, говорит, с проблемой, говорит, вот подскажите, как быть? Говорит, у нас есть клуб детей-предпринимателей. Говорит, и у нас огромнейший ценностный вакуум. Я говорю, в каком смысле? Да потому что эти дети, они привыкли жить на определенном уровне достатка. У них все есть. Им стремиться, в общем-то, никуда не надо. У них прекрасное зарубежное образование, они их в любую компанию возьмут, но у них за спиной столько денег, что хватит и на них, и на детей, и так далее. И у них уже состояние пресыщенности, и они не знают, что делать. Они не знают, куда просто дальше двигаться, кем быть, во что вкладываться. Может, вы как-то, вот, хоть вы нам подскажете? Я говорю, ну, пока не знаю, я пока не готов об этом говорить. Но то, что этот запрос уже есть у таких людей, это, опять-таки, мне кажется, очень какой-то хороший такой вот хороший звоночек. У меня есть там друзья, ну, дети друзей, которые тоже выросли уже давно, которые не летают джетами, не летают бизнес-классом, ходят в джинсах, там, в обычной футболочке какой-то, не обедают в богатых ресторанах, где-нибудь там в какой-нибудь кафешке перекусят. При том, что... Я говорю, а почему? А зачем? Вот
мне вот в этом комфортно, вот я не хочу, мне не надо никому ничего доказывать. И вот для меня это очень важный такой звоночек, что да, уже появляется в нашем обществе генерация, поколение людей, которым не надо действовать от противного, показать, что ты не лох, а ты настоящий пацан. Да, ты не из там крестьян, а ты из бизнесменов и так далее. Им это уже не интересно, они уже хотят какой-то созидательной деятельности. И мне кажется, что вот от нас с вами очень сильно зависит, сможем ли мы этим людям хотя бы какую-то, ну не знаю, вот что-то вбросить, какое-то правильное слово, какую-то правильную мысль, куда-то сориентировать. Потому что если сейчас уже есть куда этим словам упасть, как на добрую почву, чтобы дать хороший плод. Вот для этого мы с вами здесь встречаемся, для этого мы обсуждаем, для этого мы просим, чтобы вы как-то сами в это все вгрызались и вот эти крупицы оттуда выгрызали. Спасибо. Спасибо, отец Федор. Да, но на самом деле я в некоторой растерянности, потому что, конечно, мы под слова Христа не нашли героев. Ярчайшие фигуры эпох, которые мы рассматривали, они не иллюстрируют эти слова, за исключением купцов-благотворителей от первого стола и волонтеров от пятого. Их нету, и их жизнь героическая, настоящая, мы их любим, многих из них, но она вообще далека от этой темы. Те дети, о которых говорил отец Павел, когда они почувствуют вкус к тому, что блажение отдавать, чем принимать, а может быть и нет, это мы еще не знаем, они уже столько приняли, что просто пресыщены. А на самом деле о чем эти слова? Эти слова нельзя понять, если не поговорить о том, что такое слово «блажен». Да, блаженство может вбирать в себя понятие счастья, но это, конечно, понятие более глубокое и широкое. Там алкоголик, который на морозе нашел бутылку водки, он абсолютно счастлив, но он не блажен. Да? Блаженство – это счастье, которое не стыдно предъявить пред очи Божие. Это состояние предвкушения бытия с Богом, потому что все блажен только Бог. И получает его человек только тогда, когда жертвенная любовь, отдающая, становится главной в его жизни. И вот это и есть настоящий героизм христианский, настоящий успех. Там. Звучало имя Лизы Алерт. Да, там могло прозвучать имя там, доктора Гааза. Хабенского звучало имя, вот, но их очень мало. И это, наверное, ну, такая трагедия наша. А с другой стороны, Христос ведь на самом деле он обращается к личности, он не обращается к нации, к семье, к, там, к этносу, к культуре. Это все потом, если таких личностей вот в этой группе будет достаточно много, вся группа будет переквашена. И да, вот он обращается к нам. И понятное дело, что человек, который так живет, как тот же доктор Гаас, он обнищает. Да? «Расточе, даде убогим, правда его пребывает вовек». Вот Давид об этом говорит, что он все раздал, у него ничего не осталось. Гаас обнищал. Да? Но его правда пребывает вовек, это можно сказать, что он блажен, он достиг этого блаженства. Вот, может быть, для нас очень важно понимать, что наше, вот то, что нам муторно, нам плохо, нам несчастно, у нас все не клеится, потому что мы никак не хотим понять, что настоящее счастье обретается тогда, когда мы стремимся за блаженством, тогда, когда мы служим, отдаем, и такой человек действительно блажен и счастлив. Но вот из того, что мы не нашли таких героев, вот это грустно. Это грустно, но Христос все равно обращается к каждому человеку и говорит, что хочешь быть блаженным, полюби отдавать и не люби принимать. Вот, ну, вот так вот. Спасибо. Хотелось бы сказать, что на этой пессимистической ноте мы заканчиваем. Можно я два слова скажу?
Мне летом довелось преподавать у детей в Сириусе, в Сочи такой образовательный центр, куда приезжают очень хорошие дети, это важно, что они необычно, они все олимпиадники, читающие и так далее, заточенные на образование. И тема модуля была «Русская культура». И вот мы с ними размышляли, что Шпенглер назвал западную культуру фаустовской, то есть выбрал героя литературного, который олицетворяет для него западную культуру, а вот чтобы по аналогии с этим дети предложили бы как героя для культуры русской. Ну и когда, понятно, школьники очень умные, которые хотят знаниями поделиться, когда вот прошел ряд персонажей, просто которых знают и любят, там какая-нибудь там Вера Алмазова, Иван Бездомный почему-то там возник, когда вот уже пошел разговор по существу, понятно, что прозвучали имена очень важные из литературы и абсолютно сошлись на том, что ну, вот Сонечка Мармеладова, князь Андрей Болконский, Лев Мышкин. Когда мы стали размышлять, а почему именно эти, вот почему там, ну, есть другие замечательные герои из прекрасной классики, которые не читали. И дети абсолютно без моей подсказки стали формулировать для себя то, что ну, это герои, которые меняются. Вот они были способны измениться. Андрей Болконский был одним, стал другим. В Сонечке есть сторона, которую трудно принять, и понятно, почему она занимается тем, чем занимается, но в ней стремление к свету из этого. По сути, дети сами того, они этого слова не произнесли, но они говорили о метанойе. Может быть, не в религиозном смысле, но в смысле того, что вот ребенку, которому 14-13 лет, героем кажется человек, который способен на изменение себя, способен быть завтра неравным себе сегодняшнему. И вот в этом, мне кажется, есть надежда. И то, о чем очень справедливо и горестно отец Федор сказал, ну вот мы в такой ситуации, да, мы этих героев не услышали. Но вот растет молодое поколение, очень умное, которое понимает, что человек меняется. Сегодня мы об этих героях не услышали, а завтра, дай бог, услышим. Все, вот на этой оптимистической ноте я продаю слово отцу Павлу. И отдельное спасибо дорогому Константину за чудесное видение, как всегда. Спасибо. Подписывайтесь на телеграм-каналы отца Павла, отца Федора. У вас в Ютубе канал. Деревня Великановка. В Ютубе, да, канал отца Федора, да? Да, вот у отца Федора в Ютубе канал, у отца Павла деревня Великановка. Вообще есть социальные сети Фавора. Меня всегда просят так ненавязчиво говорить о том, что у Фавора есть социальные сети. Вот ненавязчиво говорю, подписывайтесь. Спасибо огромное, до новых встреч.